такой у нас есть интересный проект. Из кабриолета сделать 4×4 кабриолет высокий. Сейчас еще в процессе машина. Стоит лифтованная подвеска, поставили, проставки поставили, аморты кинговские. Еще там это все не доделано. И мы также продаем такие киты, чтобы сделать, то есть обвесы. Вот эти косынки, крыша и обвес 4×4, чтобы сделать маленький гелик двухдверный в стиле 4×4. У нас заказчик в Америке. Это все мы такое сделали. Прикольно смотрится, очень круто. Видно, какие проставки. Порталы клиент не хотел. Поставили на проставках и лифтованные аморты. Но это оригинальный идет кабриолет. А мы делаем еще, чтобы стандартного гелика, то есть двухдверного, такого как вот этот, например, сделать как новый. Обвес, конечно, как новый. Будет только внешне, как 15-го года. Бампер, полностью обвес. И еще у нас есть обвесы на двухдверный гелик Brabus White Star. Этот не хотели так делать, потому что клиент не захотел. А в общем, если будут заказчики, то мы сделаем. Потому что он совсем же другой. Здесь заднее крыло совсем другое. Так выглядит переделка. Зеркала тоже новые поставили. Салон пока ничего не меняли. Обшитое сиденье только. Потом еще сделаем карбоновый салон и руль карбоновый. Если будут интересовать какие-то запчасти по гелику, оффроуд или тюнинг, делаем также 6×6, 4×4 квадрате, короткие квадрате, 4×4 длинный. Все запчасти есть в наличии. Отправляем по всему миру. Арки идут не карбоновые, наши стекловолоконные, потому что такой это подешевле вариант, и здесь просто аракалом наклеили. Вот так клиент захотел. Еще будут ставиться наши карбоновые запчасти, вот эти жабры, крылья, сюда. Накладки на зеркала, дальше накладки на стол. Все очень высокого качества.
Если что, обращайтесь. Такой вышел интересный проект. All right, I'll get over to you in the next hour.